перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Блин, мне кажется, связь херновая. Почему-то... Почему-то транса прервалась, я не знаю. В общем, на палму я ставлю 9 за второй дроп. Пока что. Я еще буду редактировать оценки, наверное. Пока не знаю. Так, Денчи, 3. Мы судим Banger Zone Battle. Сейчас слушаю Денчу. Треков всего 10, Денчи 3. Делали ремикс на Надю. Рубанешь UK Garage, прям, ну, такой достаточно быстрый. Сейчас прослушаем до конца, пока 8 ставлю. Ну, с капеллой поигрался, ну, просто, типа, почему проматываю, потому что понятно, что там будет. С капеллой не так сложно поиграться. Блин, я надеялся, то, что ты, короче, в натуре уйдешь, ну, ближе к танцевальному такой югей. Гэриджу было бы очень клево. Ну, пока 8 ставлю, мне нравится. Блядь, переключился с трека. Следующий. Макнитайбиац. Ой, такая прям попса начала нулевых. Прикольно. По биту особенно. Или даже времена Майкла Джексона, что-то типа такой хуйни. А зачем ты все испортил так? У тебя было прикольно, необычное начало. И в итоге ты все увел в какой-то трэп 2011 года. Даже бас, блядь, этого не слышу. Нет, блядь, хорошо, я дослушаю, так как я судья, но я уже изначально говорю, что это слабо. По сравнению с первыми тремя ребятами, это слабо. Сори. Книтай Битс. Ставлю 5. Так, погоди, я должен проверить. Если ты сам прописал этот син сейчас, я поставлю тебе хотя бы 6. А если нет, сори. Я просто не помню трек Нади, это не я. Или там просто акапелла идет, я вот не вкупаю. Если ты сам прописал этот син, то он прикольно сейчас звучал. Мелодично пробежался по тональности. Я такие штуки люблю. А, нихуя, это и есть трек Нади. Ну, естественно, чего я ожидал. Естественно, это трек Нади просто. Ладно, поставлю 6, потому что я люблю соляки. Соляки — это клево.
Ну, короче, да, 6 баллов, потому что очень слабый сап. Абсолютно ебаный дроп из 2012 года, там, 11-го. Это прям скучно. Ник Этом, 5-й. Что там реплай? Как тебе сердечки ставят? Концерт, ребят, зайдите, пожалуйста, на lakimintour.com и посмотрите, когда концерт. Как-то ебано смастерил акапеллу что-то топит периодически. Вот это хороший момент был. Вот здесь. Прикольно, по идее, по всей, но со свидосом проблемы. То есть, типа, что с акапеллой, что с вот этим синтом. Типа, из-за того, что ты ревер такой ебанутый делал, то есть, он у тебя, во-первых, достаточно жирный синт. Ну и он, типа, у тебя на одном канале. Тебе нужно было, короче, заебаться, свести его нормально, чтобы у тебя все ударные были явные. Вот тут хотелось, чтобы бочка прям стреляла. У нее, ну, типа, атака не настолько мощная. Короче, семерку ставлю. Ник Эйтом. Ник Эйтом. Семерочку. Так, каратека. 6 из 10. Синты уже нравятся. Правда, снейр очень ебучий, прям снейр мне не нравится здесь. Прикольно, но ничего, ну, такого, типа, по сравнению с ребятами, ты же видел то, что там, ебля, особо с синтами нету. Так-то клево, мне музыкально это понравилось, поэтому я тоже ставлю семерочку. Каратека 7. Лесни. Мотаю, опять-таки, потому что вижу, что дроп повторяется. Короче, здесь прикольно все с синтами. Я удивлен, что, типа, синты не задавила акапелла на один. Хотя, вроде, они в одном и том же частотном диапазоне по логике вещей должны быть.
Но в любом случае нету какого-то грува. Интруха не взяла, вообще не взяла по звучанию. Не знаю, пока ставлю 7, может, исправлю оценку. Так, пароход Вилей. Смотри, короче, если ты хотел сделать Гезефельштейна, то нужно было типа с ревером как-то, ну, играться и сводить, ебанись. А у тебя, ну, блин, братан, это неприятно слушать. Сори, я тут ставлю 5. Я могу еще послушать, опять-таки, просто из уважения, да? У тебя, насколько у тебя, типа, интересный зап? И насколько узкая бочка, ебучая, вообще не клевая бочка. Ну, прям, блядь, я хуй знает это. Так, Аполлинер, 9. Я вообще нихуя не понял. Аполлинер, ты думаешь, вот это вот трек финала, по-твоему? Где в натуре я тут ругаться сейчас буду. Извини меня, берем сразу же напалму, врубаем. И, блядь, врубаем твой трек. Что это? Просто акапеллу взял и просто прописал ударные. Ну, извини, это вообще, типа, я тут ставлю 4. Тут работы, не работы. У тебя причем треки были, ну, насколько я помню, лучше. То есть тут финал, и ты решил настолько схалтурить, блядь. The Onim остался. Слушай. Как-то прикольно, просто мне кажется, вот одна из проблем. Извините, проблема раунда в том, что очень много ревера у фьючербейс битов. И в итоге сведение страдает. То есть так-то прикольно, конечно, но по скиллухе Оним, ты понимаешь, что там первые 3 чувака они прям вывезли. Вот Блип, Напалм, Денча. Блип, Напалм, Денча, 9-8-7, Ника там 7, Каратека 7. Ну, тут скиллы. Я тоже 7 даю, в принципе. Ну, хуй знает. Раунд прикольный, но меня ничего особо не зацепило. Даже, ну, типа, сам напал не зацепил. Вот кому 9? Да, 9 я напал поставил. Да ничего, 8 вообще. За что я 8 да ничего? За UK Garish. Это еще прикольно, это хотя бы, ну, необычный подход, потому что UK Garage вообще очень, ну, редко юзают. А, там тип, который Гезу писал, я хуй знает, сейчас попробуйте объяснить насчет бочки. Где у меня проект Киллер? Если у меня, конечно, связи хватит. Сейчас, секунду.
Секунду, я его найду просто. Так, вот он, Килдер. Сейчас покажу проект и покажу, собственно, ну, то есть, когда ты пытаешься там с жестким, интересным каким-то именно сабом вывести, то у тебя бочка должна быть, соответственно, пиздатой. Я, типа, там не мечу на супер какую-то мега-скиллуху, но даже, типа, при том, что я сейчас достаточно редко пишу, это очевидно. У тебя бочка должна панчить, а не, блядь, не такая узкая хуёбина быть. Никак не попасть в прослушивание. Типа, ребят, надо было записываться на батл и все. Так, сейчас вспомню, где у меня... Вот, тоже, вот я езжаю сам. Хуяри, смотри, во-первых, что я делаю? Идет саблейм и сразу же сайдчейн. То есть у меня давится. Частотно давится, то есть это эквалайзером сайдчейн. Низкий срезаю сначала. И поэтому тут с бочкой нормально звучит.